Детский городской фольклорный фестиваль «Шадринские гусельки» состоялся уже 8-й раз. В этом году его программу посвятили городским историям и обычаям. Порядка 110 ребятишек из старших и подготовительных групп детских садов покоряли зрители частушками, сказками, песнями и танцами. Когда мы его задумывали как музыкальный фольклорный фестиваль, и ребята, исполняя его, участвуя в нем, исполняли музыкальные номера. На наш взгляд, гусли – это самый народный инструмент, помимо балалайки. Да, и вот таким названием мы хотели подчеркнуть его музыкальную фольклорную составляющую. И мы рады, что ребята фольклорные именно песни, частушки, танцы и сказки исполняют и знакомятся с традициями русского народа. Тематика фестиваля выбрана не случайно, ведь по задумке организаторов дети дошкольного возраста должны изучить историю и традицию родного города. Ожидания оправдались. Малыши не только подготовили программу, но и перевоплотились в свои образы, надев расписные наряды. Мне очень понравилось. Я рада, что вообще моя группа сюда пришла и что мы выступали. Руководители детских садов с удовольствием поддержали идею и помогли воспитанникам подготовить номера. Представили шадринские посиделки, бабушкины вечерки, это истина Шадринского края, игры, присказки, какие были у нас. Конечно, с удовольствием и пели, и танцевали. Это доставляет большое удовольствие. По сложившейся традиции, в завершении фольклорной феерии участников наградили благодарственными письмами за то, что не забывают родную историю. Юлия Пастухова, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру» совместно с порталом «Шадринфо».